Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, и радость окрыляет нас, зима закончится сейчас. Томлением душа полна, настало время обновления, любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать. Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима. 28 февраля – день Анисима, назван в честь святого апостола Анисима, одного из 70. Этот день в народе называли Анисим Зимобор. Его ожидали с большой радостью. С его наступлением начинались проводы зимы. Промораживали семена на Анисима. Считалось, что тогда они закалятся и дадут хорошие всходы. Семена выносили на мороз, а через несколько часов клали в теплое место. Также считалось, что на них сходит благодать. Бог смотрит с неба в этот день. И это обещало сбор богатого урожая. Продолжали делать заговор на звезды. Вечером выходили на улицу и произносили особые заклинания. Старались не злословить и не сплетничать. Для этого были даже специальные молитвы. А знахарки сегодня отчитывали буйных мужей. Приметы. По погоде в этот день судили, каким будет сентябрь, теплым или холодным. Как Анисим аукнул, так сентябрь окликнул. Если паводок на Анисима, к отличному сенокосу. Гадание сегодня считается одним из самых верных. Если ветер дует с восточной стороны, летом будут песчаные бури. Яркая полная луна на небе, холода не будет. Мало снега, к неурожаю. Если в этот день не строить планы на будущее, задуманное не исполнится. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Thank you.
Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего!